Всем доброе утро. Хотелось бы сказать, что мне очень обидно, что я прожила 2 года на проекте, а они до сих пор не знают, какой я человек, и не знают, на что я способна, на что нет. Мне очень обиделось, что Кадони немножко клеветал меня, ну как немножко-множко. Я бы никогда в жизни не стала издеваться над каким-то человеком. Даже то, что Лёша меня предал, и он предатель. Я никогда... В жизни бы не просила никого, чтобы над ним издевались, там, говорили ему уйти с проекта и сделали бы ему невыносимую жизнь, потому что мне жалко человека. Мне жалко даже, что вы его оскорбляете. Ну, по делу, понятно, но мне жалко, я не злой человек.